дорогие друзья, этот праздник, который сегодня мы с вами отмечаем, Казанской иконы Божьей Матери, был установлен 367 лет назад нашим народом в честь тех самых памятных событий войны 1612 года. И мы сегодня благодарим Бога и Пресвятую Богородицу за то, что этот день единства нас с вами снова объединяет в лучших, благих помышлениях и начинаниях с праздником, дорогие братья и сестры. Добрый день, дорогие гости, добрый день, дорогие жители Зарайского района. Вы знаете, очень здорово, что освобождение Руси, освобождение русских людей началось именно с Зарайска. Вы знаете, что наша история, история Зарайска, Зарайского края, она очень богата на героев. И, конечно, один из них — это Дмитрий Пожарский. И очень приятно, что мы помним об этом, очень приятно, что мы знаем об этом. И, конечно, хочу от души поздравить с этим событием, с тем, что именно Зарайск вспомнил своего героя, вспомнил свою историю. С праздником вас всех! Всего вам самого хорошего! Это поле пахали селянина сыны, землю потом мешали от войны до войны. Воин было немало, выпадало сынам, землю кровью мешали, чтобы вольно жить нам. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит и на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле, наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. На рубашках и погонах расписная старина. По традиции великой знать и внуки наперед, что в России белоликой лен вовеки не умрет. Ах ты лен, синий лен, ленный ленный лен, от свиданий утомлен, ленный ленный лен, завлекает вечерами всех счастливых, кто влюблен. Этот лен, синий лен, 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 чудеса не